Всем привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, как я делаю разрыхлитель дома. У меня как раз закончился, вот вообще ни грамма нет. Я его никак, ну не то, что никогда не покупаю, как вот начала делать. Хороший получается вообще разрыхлитель, лучше намного магазинного. Что для этого надо? Крахмал, соду и лимонную кислоту. Крахмал можно заменить на муку. Вот. Ну, с крахмалом мне как-то нравится больше всего, понравилось. Так, лимонную кислоту я когда размолю на помельче в кофемолке, когда так пускаю. И сегодня так пущу. Потому что все-таки, друзья, я нарезала мясо, хочу сделать пельмешки все-таки к обеду. Все равно до обеда не вырвешься из дома. Все равно надо что-то готовить, где постирать, где прибраться. Эй, сделаю, думаю, пельмешки. Расхочется. Потому что такой дождь вчера сильный прошел. У нас в огороде грязища. Сейчас пусть до обеда проветрится, а там мне нужно тоже опять помидоры бомбить. Итак, друзья, давайте приступим. Я вас научу делать разрыхлитель. Итак, берем 12 ложек крахмала. 12 ложек крахмала. У меня кукурузный, можно любой. Короче, тут главное пропорции. 10, 11, 12. Крахмал получается с небольшой горкой. Ой, какой красивый, беленький. Так, 5 ложек соды. 1, 2, 3, 4, 5. И 3 ложки лимонки. 1, 2, 3. Все перемешиваем хорошенечко. И вот готов у вас разрыхлитель. Отличный. Поднимает тесто только так, только в путь. Вот, на полгода хватит. Как добавляете, раз-раз перемешали, открыли. Все, плотненько закрываю, чтобы влага не попала. И все, готово. Так, фаршик готов. Друзья, у меня, я всегда делаю говядина, свинина, сало. Всегда такой. И никогда не делаю пельмени с замороженного фарша. Даже если он у меня есть, я достаю мясо, кручу. И пельмешки будут супер. Никаких приправ. Соль, перчик, все. Блин, перец кончается. Размешиваем. Сегодня собиралась ведь убираться, и неохота. Так бы с кухни не вылазила. Я не делаю слишком жирный и никогда не добавляю курицу. Фу, ее сразу чувствуется в фарше. Даже маленький кусочек бросишь. Тем более магазинную курицу. Еще бы домашнюю. Прям пожиже делаю, чтобы посочнее были. Ай.
замерзла. Сейчас тесто замешу быстренько. У нас что, 10:30, как раз 12 налеплю. Еще блинчики вчерашние есть, докушаем. А там быстренько пирог надо испечь с яблочками. Очень интересненький такой пирог. Если меня Сергей никуда не возьмет, скажет, иди за грибами. Все. Была Оксана и нет Оксаны. Ну, вот так буду мешать, подливать, подливать. Я уже стряпаю. Диванчики, друзья. Ряд диванчики, ряд круглые, потому что Маша у нас любит круглые. Почему, не знаю. Ряд диванчики. А нам все равно. Показать вам, как я леплю. Защип. Так, 4 защипки. Лепешки сегодня какие-то кривые. И разные. Забыла сказать, что я чеснок тоже добавляю. Люблю с чесночком, чтобы было, с лучком. Пельмешечки. Душно, прям душно. Окно настежь, все равно дышать нечем. Хотя на улице пасмурно. Аппетитненько выглядит. Так, сейчас прикрою и буду дальше раскатывать. Пельмешки готовы. Сейчас садимся кушать, обедать. Такая лучок, уксус, перец. Как она, макалка. И бульончик горячий. Макалка. Друзья, сейчас приступаем к очень вкусному приготовлению, к очень вкусного пирога яблочного и необычного, сюрпризом. Назовем так его, яблочный пирог сюрприз. Так, у меня 130 грамм мягкого сливочного масла, можно маргарин сливочный взять. 80 грамм нужно добавить сахарной пудры, я сейчас сама ее сделала. Сахар на кофемолке разбила. 80 грамм. Так. Сейчас мне нужно не миксером, а вот такой возьму венчик и перетру хорошенько. До бела. Вот эту всю массу. До бела. Вот такая белая кремовая масса должна получиться. Далее, друзья, нам понадобится 100 грамм творожного сыра. Но у меня его нет сегодня. Я беру 100 грамм творога и добавляю столовую ложку сметаны сюда. Сейчас все перемешаю и отправлю сюда. Так что можете тоже так же экспериментировать. Попробуем. Друзья, просеяла 300 грамм муки. Но, возможно, уйдет больше, либо меньше. Это зависит от влажности вашего творога, там, что вы положили, сыр в тесто. Вот, все перемешала. Отправляем сюда в муку чайную ложку разрыхлителя. У меня свеженький. Все перемешиваем. Все. Начинаем замешивать тесто. Так, наверное, еще маленько солички брошу, соли. Чуть-чуть в тесто. Все, и начинаю вводить.
Друзья, вот такое прекрасное тесто получилось. 300 грамм ушло ровно муки, ни больше, ни меньше. Такое немножко маслянистое, мягенькое. Убираю его в холодильничек, друзья. На полчасика, но я не на полчасика. Меня Сергей позвал за грибами съездить, на пасеку съездить. Так что я оставляю в холодильнике, ничего страшного. Приеду и допекем. Понадобятся яблочки, понадобятся грецкие орешки, мед, кто хочет корицу. И все. И забубеним с вами пирожок яблочный. Покажу, что наберем, не наберем. Не знаю, такие ливни прошли, как грибов. Как они, их не может просто не быть, друзья, не может. Так что поехали на пасеку заглянем. Я уже вернулась, ничего нам не удалось найти, вообще устали. Сейчас пошел дождь, все гремит, затянулось. Продолжаем. Продолжаем наш тортик готовить. Берем 100 грамм орехов чищено грецких и измельчаем кофемолки опять кофемолки. Понадобятся нам яблочки, друзья. Их нужно целиком, но у меня слишком крупные. Надо ранеточки. У меня слишком крупные. Придется резать, наверное, пополам их. Ой, получится как бы... Ну ладно, сейчас посмотрим. Сейчас я их почищу, измельчу орехи. И нужно почистить от кожуры яблоко и такой штукой выдавить сердцевинку. Ошиблась, друзья. Нужно же не в кофемолке измельчить, а вот в таком блендере. Совсем не то несу. Не надо, чтобы они были совсем в пыль, орехи. Вот в такой чаше сейчас измельчим. Очистить от перегородок надо. Все. Совсем уже чуть не натворила делов. К измельченным орехам добавляем мед. И можно корицу. Все перемешиваем. Уже на ваш вкус, сколько хотите меда. Сколько не жалко. Такой штучкой убираю сердцевинку. Ох, и сочные. И очищаю от шкурки. Вообще помельче нужно было бы 10 яблочек. Но у меня крупненькие. У меня будет 7. Делим тесто на две неравные части. И одну раскатываем. Я буду раскатывать на пергаменте, чтобы легче было переносить. Формочку смазала маслом. Так, немножко так обрежу. Выравниваем бортики.
И, друзья, вот так выставляем сюда яблочки. Яблочки наполняем орешками. Начиночкой нашей. Так, смотрите, друзья, остатки орешков посыпала прямо на тесто. Ну и раскатываем второй кусочек. Также на пергаменте. Очень легко потом переносить. Сейчас слегка тут подкатаем. Духовка уже разогревается. Накрываем и даже не защипляем края, просто вот так придавливаем. Не надо красивые бортики даже делать. Вот так вот все. Отправляем в духовочку до румяности минут на 40. Я еще, друзья, сделала для Маши чебуреки. Она очень любит с пельменного теста. Вот такие здоровые. Уже пельмешки не хочется лепить сегодня. Говорю, будешь чебуречки? Буду. Сейчас она покушает. Мы вчерашний рис сейчас доедим. Чебуреки тоже доедим. Поможем Маше. И пирог испечется с яблочками. Вот такая у нас трапеза сегодня. Это какое обалденное. Обычное пельменное. А пузырится он что. Друзья, вот с килограмма фарша пельмени разнос получился. 4 чебуречка. 3 котлетки еще жарю. И еще на завтра фарша осталось. Сейчас 3 котлетки все-таки с этим рисом. Как-то курицы, смотрю, тут практически нет. Думаю, брошу 3 котлеточки, поджарю. И нормально сегодня поедим. Ой, еще горяченький. Такой пирожочек получился. С яблочками. Так. Яблочки здесь очень-очень вкусные. Получается, сейчас я вам отрежу и покажу. Пирог без яйца. На тарелочку. Ой. Аромат вообще медом. Ой. Ой, вы где? Вы где там? Просто божественный, друзья. Сочно от яблочек. Можно с грушей делать. Надо было мне только пополам разрезать. Слишком высоким. Ну, тоже ничего. Нормально. Пойдет.
Ну что, на сегодня все. Вот у меня целая раковина посуды. И вот такая гора глажки. На стройку уже не поеду. Что там делать, сыро? А хотя, может быть, и поеду. Не могу я без своего дома. Так что, может, сейчас все переделаю и сгоняю. А вам всего хорошего. Пока, друзья.